Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп! И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор кукурузного крахмала 50 грамм. При слове крахмал у вас, как правило, возникает ассоциация с пищевой отраслью, однако на самом деле не все так однозначно. Современный мир косметологии использует крахмал как составляющий компонент своей продукции уже довольно давно. Кукурузный крахмал, как одна из разновидностей крахмала, уже давно используется в косметической индустрии. Имея славу отличного абсорбента, крахмал идеально впитывает излишки кожного сала, нормализуя секретную работу кожи. Кроме того, он активно очищает и защищает кожу от воздействия вредных факторов. Метод использования – наружный, в качестве основы – пудры дезодоранта, парфюм пудры, присыпок. В большинстве случаев используется для ухода за жирной и комбинированной кожей, устраняя нежелательный эффект жирного блеска и сужая поры. Дезодоранты на основе кукурузного крахмала активно предотвращают возможный неприятный запах. Основные косметические свойства таковы: абсорбент, дезодорирующие действия, эмолент, матирующие действия, сужает поры, защищает, нормализует работу сальных желез, улучшает скольжение и вязкость косметики, придает косметике сыпучую, воздушную и легкую текстуру, предотвращая образование комков и слеживание. Вот такой удобный пакетики мы отправляем кукурузный крахмал нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!